Хотите себе вот такое кашпо из старой сумки? Давайте сделаем. Легко и просто. Вот такая старая валялась в подвале сумка. Это из-под подарков новогодних, которым уже я не знаю сколько лет. Я развела цемент жидкий. И сейчас ее замочу в этот цемент. Нет, у меня емкости такой, чтобы выбрасывать жалко. Она еще послужит и в таком виде. Промажем снаружи, а потом изнутри, когда высохнет. Так, сумочка наша высохла. Сейчас мы ее второй раз промажем. Опять таким жидким растворчиком цемента. Без песка, только один цемент. Со всех сторон. Так, ну что же, высохло. Надо нам вытащить коробку. Я поэтому ручки... не мазала цементом, потому что нужно еще вытащить коробку будет. А сейчас вытащу и... промажу ручки цементом. Вот. Промажу ручки цементом и промажу внутри цементом. И тогда она совсем будет как каменная. Ну вот, внутри я промазала. И сейчас буду ручки мазать. Сумка наша высохла. Теперь нужно ее обязательно покрасить белой краской, чтобы потом не пожухло основной цвет, который мы будем красить дальше. Вот что получилось. Теперь ей нужно дать высохнуть. Ну вот и все. Вот такое кашпо получилось.
Его можно и поставить просто на землю или на подставку, но я сделала так, чтобы его можно было повесить. Спасибо всем за внимание. Кому понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал.